Здравствуйте, это канал Максимазы, и после очередного долгого отсутствия мы снова играем в Angry Birds Space. Короче, оказывается, есть для ПК обновление, которое добавляет вот такое круговое меню вокруг солнца. И эпизод Brass Hawks, я думал его нет, а оно есть. Просто на пиратских сайтах хрен найдешь, это она в Стиме продавалась с этим обновлением. Я где-то, короче, сумел пиратскую версию найти, и если я на Яндекс.Диск, если у меня этот файл остался где-то загрузочный, то я скину ссылочку на него на Яндекс.Диск, если хотите, скачайте, поиграйте. А так мы сегодня, но будем ли мы проходить эпизод Brass Hawks, это под очень большим вопросом стоит, я очень сомневаюсь, потому что здесь уровень разблокируется посредством выполнения заданий, который находится вот здесь, вот по этой кнопке. И чем больше заданий мы выполняем, тем мы получаем за это очки. И, к сожалению, каждое новое задание появляется через 16 часов после выполнения предыдущего. Сделано это для того, чтобы в игру заходили каждый день, чего я делать точно не могу. И для того, чтобы разблокировать сам последний уровень, надо набрать целых 360 очков. Это очень долго, это больше года, мне кажется, надо играть. Я не буду этим заниматься, наверное. Поэтому Brass Hawks, это, скорее всего... Может быть, если когда-нибудь, чего я очень сомневаюсь, у меня откроются все уровни, я запишу их для канала, покажу. Ну, в общем, посмотрим. Ну, а сегодня мы будем проходить эпизод Big Impact 2. Еще обновление Brass Hawks, кстати, добавляет вот такое вот интересное нововведение. Уровни, которые были пройдены на 3 звезды в обычном режиме, можно пройти в отзеркальном режиме. И уровни немножко измененные сами от оригинала. И на каждом из них появляется вот такой вот красноочкастый свин. Гектор Порк его зовут, или как он там. Появляется он исключительно на этих отзеркальных уровнях. Давайте отключим этот режим. Он немножко напрягает. А мы будем проходить в Big Impact 2 сегодня. Я прошел предыдущую главу все-таки на 3 звезды все. Давайте, кстати, вот эти уровни еще пройдем. Я их специально не стал проходить, чтобы пройти их вместе с вами. Можно играть вот такое вот яйцо, которая в версиях для мобилок является одним из пауэрапов, а здесь оно просто на бонус и на вот таких бонусных уровнях исключительно появляется. Правда, после того, как я поставил это обновление, все пришлось полностью перепроходить. Прогресс предыдущий, к сожалению, не остался. Хаос будет у свиней. Еще раз. Причем давайте и оттуда начнем, пожалуй, скидывать. Нет. Рановато немного я активировал яйцо. Что-то не падает. Оно, скорее всего, бы не упало туда, поэтому... О, вот так. А теперь вот эти.
Сейчас вот эти... Сейчас вот эти вот... сейчас вот эти вот жуткие вирусы их просто добьют. Один, правда, остался, но сейчас мы его добьем без проблем. Все, отлично. А теперь переходим к Big Impact 2. По-моему, на Big Impact 2 никаких яиц всяких вот этих вот и бонусных уровней нету. Вот эта вот рука железная механическая мешает. Очень сильно. Отлично. Но мы, помимо этого, мы точно еще пройдем эпизод Danger Zone. Потому что он как бы доступен, и что бы нам его не пройти. А вот Brass Hawks реально под вопросом стоит очень большим. Скорее всего, его проходить мы не будем. Потому что выполнять эти задания — это просто разрыв жопы. Это не то чтобы сложно, это очень долго. Это не то чтобы сложно, это долго. То есть мне, Рови в этом случае попутала берега, я считаю. Вот это с этими заданиями явно перебор какой-то был немножко. Жалко, не сдох. Ну-ка, может, в эту стрельню? Теперь в эту. Да что ж такое, а? Так, тоже отстой был сейчас это вообще. Так, вот так сделаем. О, так, отлично. Так, и вот этого добиваем еще вот так, вот так вот. А, что-то он не добился, ну сейчас добьем. Если попадем, надеюсь, что попадем. Да, попали, конечно. Что-то я прохожу прям так быстро, даже не особо не смотрю, сколько звезд я заработал. В принципе, если предыдущий эпизод мне надо было пройти на три звезды, чтобы разблокировать вот этот, вторую часть Big Impact, то дальше мне уже нигде не придется 3 звезды зарабатывать. Возможно, исключения могут стать только какие-то уровни, которые я должен пройти на 3 звезды, чтобы зарабатывать очки на миссии для открытия уровней в Brass Hawks. Очень хорошо, что вот этот... что вот этот зеленый вирус действует только на свиней. На птиц не действует. Зеленый вирус. О, хороший удар был. Кстати, прикольно, когда каска отлетает от него при... того, как на него подействует вот этот вот зеленый вирус. Нет, 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 в другую сторону. Так, вот тут, мне кажется, надо... вот этим чаком фиолетовым стрельнуть вот сюда, в центр. Попасть четко туда, именно в центр.
Опять соседи. Соседи, но только вот соседей мне не хватало, блин. О, господи, вот ненавижу, когда соседи сверлят. Просто ненавижу, когда сверлят соседи. Так, вот тут надо рассчитать немного четко, чтобы и был шанс попасть в эту фигню. Что-то он как-то не совсем, по-моему, по кругу крутится. Вот так. Так, подождите, а как же я попаду теперь в этих двоих? Ну класс, я же не попаду в нее никак. Вот эти сейчас тоже доберутся до них. Сложно, 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 сложно. Это, конечно, делать. Они отделились от вот этого элемента питания, короче. Да давайте стрельнем по вирусу лучше. Может в эту сторону стрельнуть? Да он же не расколется. Это в этот стрелять именно надо. Так. О, как хорошо попали. Теперь как-то надо умудриться попасть туда. Так, ну он вылез в вирус, но до них не доберется он однозначно. Что-то этот уровень как что-то сложности уже вызывает. Ну ё-моё, вот как можно было не попасть така? Нет. Еще раз надо. Такой ударчик получше, конечно. У меня сейчас будет шанс попасть в него хотя бы. А он остановится? Нет. Отлично, все. Наконец-то прошли этот долбанный уровень. Так, элемент питания надо снова бомбануть. Ну да, конечно, не с первого раза. Во, хорошо это было. Это было реально хорошо. Промазал. Неплохой уровень, неплохо все разрушилось в нем. Жаль, только одна звезда. Да, в принципе, как я уже говорил, вообще я не волнуюсь, сколько звезд я тут наберу. Ну, что-то как-то не очень получилось, по-моему. Ну-ка, может, вот так стрельнуть.
Хорошо. Эх, жаль, не попало в него. Не задело его. А вот теперь задело. Чувак. Чувак, короче. А я что-то не пойму, это глаза или тытки? Скажите мне, пожалуйста. Я надеюсь, что это глаза. Так. Хорошо. На 3 звезды даже, ничего себе. Замечательно. Так. Бумс. Три звезды снова, замечательно. А, тут же эта штука есть, надо взорвать. Ну, что-то как-то это, по-моему, вообще вреда. А, надо вот сюда попасть. В зеленый вирус надо попасть. Он просто сдох от того, что его задел этот зеленый вирус. Как офигенно. Хорошо, неплохо. Так, а тут взрывать надо. Вот так вот, короче. Что-то как-то толку это мало, по-моему, нанесло. Ну блин, ну чё не взрывается-то? Подыхай, боже мой, подыхай. Подыхай, говно. Блин. Это, короче, попадать в этот... В магмовые вот эти хрени попадать надо. Мне кажется.
Так. О, магмовые. Есть этот магмовый, а есть зеленый вирус наверху. Использовать и то надо, и мне кажется. Так, с этой, на этой стороне все закончено. Эх, мимо, жаль, мимо. Хотя, мне кажется, одного взрыва тут достаточно будет. Нет, недостаточно. Одного недостаточно, а вот двух достаточно. Так, дальше у нас что идет? Жаль, мимо. Мимо. Как печально, что мимо, а? О, четкий удар динамитом. О, босс. Прикольно. Короче, в прошлый раз мы же подорвали его, вот теперь у него идет ремонт. А мы ремонт этот нейтрализуем. И вот эти дверцы потихонечку открываются. Это было слишком легко. Ладно, на сегодня и все. Этот эпизод под очень большим вопросом стоит. Но в следующей серии мы будем проходить Danger Zone. На сегодня все. С вас и Коспидписосы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, спайдеру ВКонтакте. И всем пока.